Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливион. Мы находимся в имперском городе. И тут мы взяли новый контракт от Люсьена Лашанса, от Акаки. И сейчас нам нужно в Бруму. Нам нужно убить Норда, которого заказала сестра убитого им другого Норда. То есть там скандалы, интриги, расследования. Наше дело маленькое. Пойти и убить. Говорят, что он очень хороший воин, поэтому это может быть достаточно сложно. Но сначала я хочу найти какого-нибудь нищего, которых тут, судя по всему, нет. И попить с него крови. Так, ну что, тогда давайте отправимся к Бруме. Здесь, около Брумы, насколько я помню, есть ящик, который мы не взяли. Там народ просто временами истерил. Ну, те, кому это просто до задротства было важно. Когда мы, помните, выполняли на Арнор, по-моему, что ли, квест? Я не помню, как его звали. Где-то тут, короче говоря. Мы убили всех, но в итоге клад, из-за которого они там грызлись, не взяли. Потому что не в этом был интерес. Но раз народу неспокойно, давайте посмотрим. А где он был-то, я не помню, честно говоря. По-моему, вообще не с этой стороны. Или тут. Я уже не совсем помню. По-моему, даже не около этих ворот, так что не знаю, может быть, и не найдем. Давайте сейчас обойдем. Я просто помню, где оно было. Если я увижу это место, я покажу, что... Да, вот битва была тут. По-моему, не у этих ворот. Ой, не знаю, короче, ребята. Квест, конечно, был прикольный в свое время, когда мы еще только начинали. А там такие разборки были. Тот обманул эту, это обмануло того. Потом пришла третья и вообще там всех пыталась убить. Это было круто. Так, вот, по-моему, эти врата. И где-то здесь у нас была эпичная битва, дуэль там. На перочинных ножиках. Пустырник. По-моему, где-то здесь, нет? О, наконец-то он взял все это. Наконец, 40 золота. Есть, теперь мы спокойно. Он взял вообще все. Хотя это ему не нужно. Он перегружен. Короче говоря, так. Давайте, кстати говоря, мы выкинем все ненужные записки. Допустим, Библию глубинных жителей. Нет, это я не могу выкинуть, это слишком интересно. Дневник вот этот. Подожди, он для какого-то задания нужен? Ну ладно. Вот это не нужно уже. Это я оставлю просто как память, это очень крутая записка от Бытиэль. Тоже нужна, что ли? Блин, мы это уже давно выполнили, нет? Так, это выкинем. История мастера Зоурайма. Краденые тени. Так, письмо. Письмо Апортиуса. Приказ. 5 догматов. Расписание уже не нужно. Подарки для драконисов тем более. Список тоже не нужно. Эти улики тоже можно выкинуть. Слишком много, а то книжек всяких. Еще бы ключи все не нужно выкинуть. Но в принципе они весят по нулю, поэтому смысл это в этом. Так, что еще можно выкинуть? Да, в принципе, ничего. Это все потом надо будет сложить в своей квартире. Вот сколько всего. Все, ребята, я перед вами чист. Я выполнил то, что вы просили, хотя не понимаю, зачем это было делать. Да ладно, хорошо. Так, теперь нам нужно двинуть к разоренной шахте, в которой мы дрались с гоблинами, по-моему. Такие маленькие, противные. Ух, твою мать! А, бежим, бежим, уйди, уйди. Офигеть. Вот нормально, да? Пришли, называется. Так. Подожди. Эту стрелу мне жалко на вас. А, блин. Это было просто тупо. Где моя стрела? Что вообще произошло? Это было просто фейлово. Хорошо, две стрелы в минус. Так, железные стрелы против вас пойдут. Да, хватит уже это делать.
Пенегриф, убей его, пожалуйста. Он уже заколебал. Да как так, ну? Переместились, называется, да, Пенегриф? Офигеть просто. Железные стрелы, отмычка, хорошо. Железная стрела. Не знаю, по-моему, это было подло. Появляться около такого количества противников. Это, по-моему, не очень хорошо. Так, куда-то сюда я запулил стрелу свою, чтобы она не пропала. Но она в итоге, наоборот, таки пропала. Причем звук был, что она воткнулась, а теперь ее нет. Что ж такое? Так, ладно, хорошо, неважно. Поехали. Так, нам довольно близко, кстати говоря. Недалеко. Единственное но, то, что придется на гору лезть. И лошадь нам тут даже помехой будет, поэтому... Оставим ее вот тут у камня. Она пускай пока домой идет. Он. Извини, Пенегриф. Конечно же, он. И давайте двигаться. Посмотрим, что же у нас тут такое. Насколько я понял, он будет на открытой местности. Смотря на какую верхотуру забрался. Так, как же мне тогда подняться-то? Явно не отсюда, судя по всему. Куда пропал звук? Неважно. Это Обливион, детка. Тут бывает. И не такое. Так, хорошо. Вот мы пришли куда-то. Это у нас... Да, он на вершине горы, походу, будет. То есть даже никуда не придется заходить. Вот там палатку я уже вижу, да? Так, ну-ка. Пока никого не засекаем. Да, вон он сидит. Братюня, ты там не один, что ли? Это плохо. Хотя, если вы будете с топорами за мной бегать, я вас успею размотать даже железными стрелами. Ну да. Тут у тебя псины еще. Так, понятно. Тихо, не психуй. Че, плохо быть тупым, да? Норт. Так, тихо, собака. Вот туда упасть сейчас, это все капец, конечно. Где ты, блин? Отлично. Тихо. Без нервов, спокойно. Так, ну от пса я, конечно, не хотел избавляться, но что поделать. Надеюсь, он там сзади ко мне не заходит в это время. А вон он стоит. Извини, собачка, ты сама. Спокойно. Давай вот этим своим, вот этой хреновиной махать не будешь тут? О, понятно. Так, ну суровый такой норт, и мне, кстати, очень нравится его броня. Хотя она мне не подойдет, конечно. Так, нужно взять оружие помощнее. Нужно куда-то сесть, чтобы он не мог меня достать. Только так мы сможем его размотать. Пропасть подо мной, конечно. Что, заметил? Ну да.
Так, хорошо, в тебе еще полно заряда. Нормально. Стрелы мы возьмем, пожалуй. Стрела углей одна осталась. Ну, с серебряными хотя бы-то. Лады. Тихо-тихо-тихо. Мба. Психопат просто. Так, как же тебя убить тогда? В прошлый раз у нас получше пошло. Тихо-тихо. Тихо-тихо, не психуй. Обалдеть. Вы, эльфы, все одинаковые. Много... Ну да. Так, что же с тобой делать? Тебя нужно тупо валить, я так понимаю. Да, еще и свалить от тебя не получится. А вон неплохой камень. Только мы сейчас не успеем туда добежать. Так, ну что, погнали. Короче, потихоньку ковырять в открытом бою мы с ним не справимся ни в какую. Ну что? Ой, собака, ну хоть ты-то... Ах! Блин, про тебя я не подумал. Блин, что делать? Хулиганы. Вот. Молодца, давай еще пару раз так прыгни. И все. Ах! Ну нет, лучше я прыгну. Блин, это будет просто называться серия страх и ненависть. Нормально. Так, тихо, тихо, дружок. Тихо. Не убегу уже. Блин, зачем я сидит приехал, ну? О, так, ребята, вы меня начинаете подбешивать. Спокойно. На самом деле, этот воин даже вызывает у меня уважение какое-то. Потому что сколько у нас было целей, все были какие-то не те. А вот он прям очень крутой. Так, вот собака, молодец, что отделилась. Это, конечно, ты сама по себе меня порвешь за милую душу. Ой, только не ты. Уйди, 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 психованный. Так, псина, на. Хорошо. Давай, 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 дохни уже, ну. Какая верная собака. Фу, минус один противник. Отлично. Так, теперь. Кое-как запинали. Надо, конечно, с нее собрать все свои стрелы. Опять меня видит. Так, и стрелы уже в конце-то концов купить. Давай, прыгай ко мне сюда, ну. Оп, вошло. Хорошо. Давай еще. Че, опять тупить начинаешь, что ли? Так, перелет. Блин, так стрел мало. Так, ну что, давайте как-то попробуем закрутить его на тот камень забраться. Что с такого расстояния стрелять-то? Стрел не хватит. Ну да. Ты не поднимешься. Но если только так. Не, на самом деле это некрасиво и тупо, но что поделать, жить-то охота. Успею я его, интересно, убить, прежде чем к нему скачусь. Давай, давай, давай. Его тоже толкает потихоньку назад. Ты смотри, подлечился, что ли? Да, ну как так? Это нечестно.
Так, все, стрелы кончились. Давай железными долби, чушь. Надо буксовать. Крики такие. Блин, да он лечится и лечится. А если подойду, убьет. Я ж у тебя маги-то кончатся уже, ну. Блин, я к нему скатываюсь. Ну, наконец-то. Хэвилл Стэн, Морозная кровь мертв. Мне нужно забрать свою награду и следующий контракт в тайнике в старом сундуке, лежащем на дне озерца в Айлетских руинах Норну. Ну, круто, чё. Вещатель. Это явно крутая штука. Я, правда, не знаю, чем, но крутая. Сейчас у меня опять перегруз, да. Легкие доспехи. Защита так себе, у меня лучше. Надо будет починиться, кстати говоря. Здесь просто так примерим. Перегруз, конечно, капитальный. Так. Давайте посмотрим, как будем смотреться в этой одежке. Скажи, что ты делаешь? Ого. Все, катись вниз, скотина. Нервы у меня все вымотал. Так, хорошо. Прикольно так выглядит, да? Может, в этой броне походить? Нет. Слишком отстойно. Хотя, подождите, получается, там же чисто мы надеваем комплектом броню. Надеваем доспех скрытности, у нас защита становится 9. Блин, тут по ушей, видите, сколько. И тут еще. А здесь у нас тупо 2, 1, 1, то есть 4, 6. Нет. Короче, не вариант. Лучше уж так. Так, теперь что нам выкинуть? Нам нужно... Блин, слишком много крутых вещей. Он весит 660, но при этом... Вернее, стоит 660, при этом весит 27. Лучше выкинуть клеймору иссушения, она стоит 454 и весит 44. Вот так вот. Когда же мы уже все это продадим, а? Прощай, ты крутая. Так, ну и теперь у нас один путь, это вниз, скатиться с горки. А я хотел, конечно, посмотреть, ну-ка я могу быстрым перемещением на гору подняться. Короче говоря, душный парень до ужаса. Теннигриф, ты тут откуда взялся? Но боец был неплохой. Кукуруза вмёрзла в землю. Это печально. О, можно поиграть. Боулинг. Да стой ты. Давай, пошел. Хорошо. Так, что там еще есть? Там башня мага моя. Крутая, конечно, но... Я в ней жить никогда не буду. Потому что она... Не для... моего персонажа. Но выглядит, что надо. Так, сейчас нам нужно отправляться в эту самую пещеру. Ну, выглядит, конечно, да. Так, пещеру. Пещера у нас находится... Здесь вот, Норнал. Ближайшая наша это... Да, похоже... Вот это. Здесь мы убивали одну из семьи драконисов, озверевшую девочку. Япона мать, да что ж такое? Так, ты не гриф. Пойдем.
пора двигаться отсюда. Да, садись, но там бесполезно, короче говоря. Мне на них даже стрелы жалко, ну. Как так? Ну да. Интересно, тенегриф их долго убивать будет, потому что я что-то не справляюсь своими стрелами отстойными. Ну, минус. Хорошо. И хорошо. Так, сейчас нам нужно... Вообще-то нам нужно было, конечно, съездить в ближайший город, найти стрел, потому что по стрелам вообще печально. Хватит нам, нет? Навряд ли нам хватит стрел. Поэтому сейчас мы пойдем в имперский город. Остальных, в принципе, 49, нормально. Потом уже сходим в имперский город и закупимся стрелами. Так. Подлечились. И скакать, по идее, недалеко. Я, кстати, скоро кушать захочу. Надо будет после этого задания в какой-нибудь город по-любому прийти и попитаться. Так, сохранение. Я так понимаю, поэтому святилищу нам придется еще достаточно много ползать, чтобы найти то, что нам нужно. Так, ну-ка, это же не оно? Нет, это не оно. Я тут был, насколько я помню. Ой, какой неприятный товарищ. Вот это оно, похоже, да? Да. Экономим стрелы просто. Какой смысл убивать всех врагов? Так, где-то тут. Хорошо, кстати говоря, это место мы, по-моему, мимо него проходили в прошлый раз, и я сказал, что как-нибудь потом мы сюда придем. И вот как-нибудь потом по квесту мы сюда и правда пришли. Так, хорошо, я надеюсь, там тенегриф пока погопает эту тварь, потому что, в принципе, она несложная, только стрел мне тратить жалко. Япона, мать. Ух, офигеть. Откуда ты тут взялся? Япона, мать. Так. Это было страшно. По-настоящему. Даже в хоррорах так давно не пугался. Фу, так. Ну что, ты ушел, нет? Ну, я даже... Тихо. Я даже не знаю. Дотянешься? Ну чё? Чё с тобой будем делать? Ты посмотри. А, ну, в принципе, ладно, это еще терпимо. Рок Минотавра, железные стрелы, нормально. Фу, вот я что-то перепаратился, когда он... Я повернулся, а там такая дура стоит. Ладно, давайте по новой. Так, ну что? Кто на меня? Я думаю, дураков нет на такого мега-монстра нападать. О, это была шутка, если что. Так, простой сундук.
Хорошо. Что это такое там? Ловушки не было? Ну ладно, хорошо. Так, нам нужно ниже спуститься, и нам нужно включить свое зрение вампира. Здесь, насколько я понимаю, ничего полезного мы не найдем. Знаете, что хорошо в этой игре вообще, в отличие от Скайрима? Здесь нет пауков. Я потому что ненавижу пауков. Ну, в этой игре. Вот. Так, тут у нас куча пузатой мелочи. Это крыса, что ли, плавала? Офигеть. Я-то думал, та самая рыба. Так, и чё, и как? Там точно то, что нам нужно? Да, вон там сундук. Придется открывать. Замок средний, конечно, не так сложно, но не так уж легко. Отлично. Так, подышим. Вперед с песней. Сохраняемся на случай, если там вдруг какая-нибудь ловушка. Нашел уже куда засунуть. Я даже не спрашиваю, как вообще этот тайный приказ оказался здесь. Да ладно. Мне нужно пойти в город Бравил и устроить засаду около старой статуи, известной как Счастливая Пожилая Леди. Лесной эльф по имени Ангалим посещает эту статую каждую ночь, между 6 часами вечера и часом ночи, чтобы загадать желание. Такова местная традиция. Когда я увижу Ангалима, следует его убить. Надо отметить, что Ангалима предупредили об опасности, если он почувствует присутствие убийцы рядом, то атакует первым. Он подкупил стражников, чтобы они смотрели куда-нибудь в другую сторону, если начнется бой. Вероятно, подкрасться к нему – это лучший способ. Хорошо. Я думаю, это будет не очень сложно. Так, теперь давайте осмотримся, что ли, маленько. Нужно ли нам сюда вообще? Это что? Так, тихо. Что это за шевеление в воздухе? Так, вообще, серебряные стрелы, по-моему, пора прекращать уже тратить. Этим стальными лучше. На крыс еще тем более. И крабов. А, понятно, это просто, типа, пыль в воздухе. Это уж подумал. Так, нужно ли нам вообще сюда? Это что такое? Скорее всего, если я сейчас сюда наступлю, она меня утащит наверх и раздавит потолок. Странно. Как же она работает? Возможно, вот тут вот нажимные панели? Нет? А вон, смотри, что-то есть. А вон. Так, хорошо, я не совсем уверен, что это мне нужно, но пока что идем. Почему бы нет? Пока что мне очень интересно, что тут есть. Может, статую еще одну найдем. Япона, мать, ты кто?
Интересно, он дружелюбен, нет? Выглядит опасно. Я могу его убить, если нападу первым, но если я не хочу убивать невиновного. Хотя, какого черта, но... Смотри, что с ней происходит. Конвульсии, что ли? Мародер, да, она бы атаковала меня. Это уже точно совершенно. Ну ладно. В ту дверь мы успеем сходить, я думаю. Очередная крыса. Вернее, даже пес. Так, куда это ведет? Это ведет на выход. Нам туда не нужно. Сейчас мы скроем. Там какой-то баг, и почему-то показывает, что... Вернее, когда она... Откуда эти звуки вообще? Ладно, неважно. Давайте уже сходим. Что-то у меня большие, честно говоря, сомнения, что мы найдем что-то очень хорошее тут. Но я просто очень давно не ходил... таким руинам. Я чую замануху, но я не пойму, откуда меня прилетит, если что. Ну вот эти вот я вижу, конечно. Ну да. Вроде все тихо, да? Что это мародер тут? А вон еще кто-то есть. Мне кажется, или тут есть что-то хорошее. Тихо. Иди сюда, родной. Давай, иди. Для меня главное, что второй не услышал. Отлично. Скрытность наше все. Понадобил ведьму Бит. Сначала нападение на часовню, а теперь пророк вещает о конце света. Что? Безусловно. Есть ли новости из других? Говорят, что... Такой светский разговор у мародеров. Это вообще просто цирк и клоуны. Остальные стрелы. Две мерзкие, длинный меч. Неплохо. Только я брать не буду. Добрый день. Береги себя. Ух ты. Не хочу знать даже. Так, ну что, потихоньку, помаленьку будем избавляться, что ли, от этих гадов. Отойди подальше от него, пожалуйста. Хотя, ну... Блин, в самый последний момент, как так можно? Да, что-то сегодня явно не день Бекхэма, как говорится. Да что ж ты... Бывает, называется уставший. Шестая серия за сегодня. Добрый день. Давай, да, вылазь. Так, остался один. Ну, вроде как самый сильный, судя по оборудованию его, по вещам. Так, он был.
Нормально. Так, и все, кажется, да? Надо будет вот эти все собрать. В остальном... В остальном что-то я не вижу тут ничего особо хорошего, на удивление. Казалось, что будет лучше. Так, у тебя... У тебя что-то... Тоже ничего. Да что ж, блин. Зачем же я сюда ходил-то? Так, ну и ты. Ты у них главный, похоже. Хотя нет, тоже отстой какой-то. М-да. Не густо. Зачем они вообще вот эти платиновые монетки? Не хочу спать. Алдейский ковчег. Так, это мне не нужно. Это мне не нужно. Этот пустой камень душ тоже. Зачем он мне нужен? Так, ну понятно, короче говоря. Что у нас тут? Тонкая голубая накидка. Круто. Так, ну и что, попробуем открыть эту штуку. Блин. Тихо, не спешись. Нормально. Супер, и меня убило. Но здесь 145 золотых. Короче говоря, понятно. Сейчас попробуем найти, где же у него тут ловушка. $145, интересно, стоит того, нет? Но я просто не вижу никаких зацепок, чтобы ее можно было обезвредить. Сработало, типа, что ли? Так, ну хорошо, сейчас меня опять убьют. Или не успеет. Так, вроде выжил. Ну, хорошо, сейчас этот еще завихрение ума пройдет. А мы тем временем, давайте открывать потихоньку. Так. Первый. Блин. Блин. Не спешим. Второй. Третий. Ну, в этот раз получше прошло. Хорошо. Неплохо наварились на 145 золотых. Конечно, ожидалось больше. Так, ну будем брать эти камни. Да я думаю, даже брать их не будем. Все, давайте, наверное, убираться отсюда. И будем на этом завершать на сегодня. В принципе, серия достаточно объемная получилась. Но самое главное, в этой пещере мы сделали. Теперь осталось выбраться из нее. И приступать к новым заданиям, но я думаю, уже со свежей головой, через некоторое время я засяду за них, и там уже будет все получше. Но, тем не менее, такое подземелье мне, в принципе, понравилось, ничего, нормально. Хотя, конечно, вот главная проблема Обливиона, я уже неоднократно говорил, это вот копипастность всего, просто конвейерность. Это не очень круто, когда все подземелья похожи друг на друга, как две капли воды, и в них вообще никаких деталей нет. Вот с Карими вспомните, там... Заходишь куда-нибудь, и там обязательно что-нибудь, какой-нибудь либо квестовый предмет, там, либо какая-то история будет. Здесь такого вообще нет, это печально. Зато здесь гораздо более интересные сами квесты, я могу сказать. Ну, каждая игра, короче, по-своему хороша. В принципе, давайте на этом закончим. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.